Всем добрый, с вами Boston Technic Евгений. Представляю вашему John Deere 520R 2016 года. Техника полностью в исправном состоянии. Продается вот на этих спарках. Какая-то резина требует замены. Шестнадцатый год. По моточасам 8000. Полностью в рабочем они состоянии. Иногда выезжают. Кондиционер все работает. Разбито лобовое. Аккумуляторы отсутствуют, аккумуляторов нет. Продается также еще вот второй с ним, и New Holland будет в продаже. Есть из чего выбрать. Кого заинтересовал данный трактор, звоните, пишите, расскажем, покажем.